Всем привет! Если вы смотрите видео, то вы попали на мой канал. С вами Дрейфойер. Добро пожаловать обратно в Jump Force. Сегодня у нас уже 9-я серия. Сегодня мы продолжаем проходить задания. И сегодня, я думаю, мы будем проходить синенькие задания за других персонажей. Видимо, без моего участия. А такие у нас тут есть. Почему я опять не на лягушке своей? Покрасить бы ее, она, конечно, синенький, конечно, красивый выглядит, но оранжевый что-то как-то... Так, ключевые задания. Сел и трое мужчин. О-о-о, нехорошо. Может, Селла какая-нибудь? Не знаю. Так, Какаша. Народ, слушайте внимательно. Что случилось, Какаша? Простите, что лишаю перерыва, но я хочу пройтись по боевым стилям ниндзя. Ты о чем вообще? Сейчас все увидишь. Наруто, расскажи им об основах боевого строя ниндзя. Запуск команды из троих. Команда из троих? Это отличная возможность, чтобы вы поняли принцип команды из троих. Если ты настаиваешь, я за. Спасибо, что тоже приступим. Так, много персонажей, так даже забыл уже, как каждый звучит, чтобы их озвучить. Типа, втроем, да, играть будем? Ребята, я умею втроем, не надо меня учить. Так, насчет составов команд. Транкс, ты будешь Сабой и Сирию. Это по какой-то такой причине. Ни по какой. Ни по какой? В нашем случае отсутствие причины есть причина. Потому что в бою может случиться что угодно, так? Именно. Наруто, ты будешь Саски Гоном. Покажете им, что такое командная работа. Можешь не сомневаться. Отлично, приступим. И начали. Ну вот, видишь, тут... Это миссии. Короче, синие миссии, это те, где я не участвую. Где участвуют другие ребята. Вот сейчас мы будем играть за какую-то из этих команд. Может, мне дадут право выбора какой-нибудь команды, потому что, ну... Я, видимо, буду там, где Транкс и... Этот самый. Сейчас вам покажу мощь этих ребят. Иди сюда. Вот это очень классная атака, мне нравится она. Чидори, нет, только не Чидори. Получай. Почему у меня такие слабые атаки? Вот он мне пол хп с него снял бы свой ультой. Ой, чувак, тоже пустил. Я же в блоке стою, вот держу. Черт возьми. Конечно, реванш. Какой смысл по всей миссии? У него же что, сломан щит был? Я видел, у него кусочка не было. Может, мне показалось. Не такие, что у тебя непробиваемые. Ну, раз уж я его повредил. Ну, ладно, тут даже нет смысла спорить. Это понятно. Но этот чувак... Так, сразу берем того чувака, дракона. Покажите. Очень классно. Пламенный кулак! Расингамма. На, насадил его. Любишь блоки постоять, люби. Вот это Экскалибур просто очень классная тема. Он очень далеко бьет, смотри. Он очень далеко бьет. Он смотри сам. Посмотри, достану. Или не достану. Ну вот отсюда достану. Нет, ну почти достал, мне она очень все равно бьет. Эскалибар!
А ведь он будет бежать, пока это самое. Пора тебя избавить от страданий. Бум! Ладно. А вот у него атака, кстати, на ближнем работает. Она, надо очень успеть, чтобы она сработала. Ну. Почему? Уорида! Все кончено! Все действительно кончено. Все 20 уровня уже давно. Когда успели, я не знаю. Ну, видимо, без меня качались. А почему я в стороне? Я должен быть посередине, а не в стороне. Хорошо, достаточно. Сабо, Сириус, спасибо вам. Да, все в порядке. Это был полезный опыт. Иногда неплохо обнять с кем-то другим, да? Так точно. Все перепутал, все голоса напутал. Ну и ладно. Слушай, мне кажется, надо будет перестать снимать зеркальное. А то я вот снимаю, вот вроде я должен смотреть туда, а я смотрю туда. Неправильно. Надо поменять насколько что-то я не забыл. Джо-Джо, ха, класс. Мы ведь тоже все видели. Товарищам нужно доверять любой ситуации. Все верно, в этом суть команды из троих. Так точно. А эти, а, типа этих не потренировали. Ну, сейчас я потренирую. Давай, то вот у этой красавицы возьмем задание. Так, ключевое задание. Танец меча. Руки? А. Зоро. И это все, что ты можешь, выкладывать по полной. Так точно! Смелее, может, научишься у меня паре приемов. Так точно! У меня просто такой голос, что мне придется охрипнуть. А, ты строгий учитель Зоро. По-моему, он перегибает палку. А? Что? Ты что-то сказал? Не слишком ли ты давишь на Астера? Если для него это слишком, то в бою он будет бесполезен. Самурай X. Здорово. Вижу, ты вовсю трудишься. Что-то не так? Ну, видишь ли... И так началась история, которая закончилась неизвестно чем. И неизвестно чем началась. А нам просто, наверное, черный храм показали там. В таком случае, думаю, я справлюсь. Что он ему сказал? Надеюсь, ты прав. Зоро, не окажешь мне честь потренироваться? Ты уверен? Вряд ли ты чему-то и научишься у меня. Значит, ознакомься с фехтованием другого мира. Разве только ты не боишься? Сразу такой, на что ты намекаешь? Идем со мной. Ща мы ему жопу надерем. Кому? За кого мы играть будем? Видимо, за самурая. Из всех мест выбрал это. Пролитая здесь кровь будет смыта волнами. Если, конечно, ты сможешь меня не задеть. Я не собираюсь сдерживаться. Так нападай же. Да. Мы будем играть за... Самурай Икс. За Кэнсина. А он клёвый перс, мне он нравится. Озвучка у него тоже клёвая. Понимаю, он, видимо, так же звучит. Ну, неудивительно. Просто его сейчас забьём. Слушай, а может на парфикт его? Нет. Ни хрена себе! Это что было вообще? Он просто меня, смотри, с фулл хп просто сразу меня уничтожил. Зоро, ты чё вытворяешь? Ну да, он же сказал, что сдерживаться не будет. Да. Чё, слишком крутой он. Я тебя завалю, тварь. Тут красавчик. Давай, мочи его. Ой, я его успел схватить. На! Сейчас улетанет.
Оба друг друга. Охренеть просто. Ну, ща я ему покажу, кто здесь. Кто чем быстро набирается, это самое. Бум! Так, мы его. Ай, поцарапался. Ногтей нет, как я поцарапаться-то умудрился? Видимо, отрезанным ногтем уже. И у меня палец острый. Ха. Да и такое может быть. Да. На самом деле на улице нифига не солнце. Уф-уф. Ну что, полегчало? Сказать все прямо ты, конечно, не мог, но признаю, мне это и правда помогло. Похоже, я и не осознавал, кем беспокойным стал. Мне не терпелось избавиться от веномов, чтобы наши миры стали прежними. Однажды я осознал, что хорошая тренировка с мечом можно избавить от всех тревог. А ты и правда хитрец. Кенсин! А, Кенсин! Это было так круто! Пожалуйста, потренируй меня! В очередь, Астер, я первый. Сейчас это скажет, разойдитесь. Нет, сначала я. Что? Здорово ты их завел. Ох, и как мне теперь быть? Так, заданий нет. Значит, нам надо куда-то... Так, подожди, а где мы? По-моему, если я не ошибаюсь, задания были здесь. И я ошибаться не могу, там были синие задания. А, красные. А, синие, да, на тут рейнджи. А, вон еще синие. Руки. Давайте к руки сначала, а? Сначала к руки. О, я с руки буду тренироваться, вот это будет круто. Она злится на меня? За что? А, Мидория, вон еще. Бу-бу-бу. Деку, ты что там бубнишь? О, неужели так слышно? А, он же в аниме всегда что-то бубнил постоянно, и все такой сидит такой, и вслух говорит всякие вещи, там, типа, вот, супергерои такие-то, у них такие способности, они вот так вот это все используют. Все на него смотрят, думают, ты что, ненормальный, что ли? О чем ты задумался? Ну, мне неловко это говорить, но я обоссался. А, мне интересно, что сильнее, твой лед или огонь Саба? О чем ты? Как ты вообще до такого додумался? Она права, мы союзники, нам ни к чему сражаться. Ха-ха, это правда, вы уж простите, прошу, забудь все, что я сказал. Тем более, и так понятно, что мой огонь сильнее. Ну, не без этого. Ты в этом так уверен? Не смеши меня. Да, давай это выясним, прямо здесь и сейчас. Ой-ой, похоже, я ее распалил. А, нет, перестань, я не хотел ничего такого. Поздно, Сёмой, рассудишь нас? Ну, Сёмой, прошу. Ну, раз ты просишь, то... У меня выбора нет. А я могу и огонь, и лед. И огонь, и лед. Да. Прости, что втянули тебя в это, но знаешь, я его понимаю. Огонь Саба, его дьявольский фрукт очень важен для него. Но я проводник души, мой зампакт — это часть меня. Вряд ли он хотел меня обидеть, но я не могла пропустить это мимо ушей. Он опаздывает, сколько мне еще ждать? Давай я тебе... С тобой... Обнаружены веномы? Все, мы поспешим. Спасибо, что пришли, ваша помощь пригодится. Не волнуйся, сейчас мы ими займемся. Им. Он один. Ты какие, а? Смотри-ка. Прибежали тут. Веномы. Почему мой персонаж не говорит? Это отстой. О, их трое, ё-моё. Да ты чё творишь, Шабол, да, отвали. Вот, мне про земля. Получай, сволота. Нет! О, я сейчас изану. Ну давай.
Нападай. Нет! Не сработало, прикинь. В блоке-то каждый стоит. А почему не сработало, не понимаю? Пошла вон отсюда. Ты что делаешь? Ой, нифига, летать умею. Я в нее гетсу не попал. Ну, такой себе приемчик. Знаешь, что круто? Вот это, смотри. Зацени-ка. Как тебе такое, а? Сейчас еще раз покажу. Тебе нравится? На всю карту стреляй, Гицуди. Твои эти не долетят. Не долетел, в смысле? Давай еще раз. Сейчас наберу ряд побольше. О, это плохо. Сейчас ультанет. Я блок поставил, я в блоке стою. Это все, что способно, да? А как тебе камеха-меха? Вот так вот. Будешь знать. Нифига, руки кучики написаны с фамилией. Уважают. И правильно делают, и нефиг. Фух, спасибо, без вас бы я не справился. О, хватит притворяться, эти слабаки тебе не ровня. Ха, тебя так просто не проведешь. Ну и как оно сражаться вместе со мной? Признаю, твой огонь очень силен, а мой лед ничуть не слабее. Я тоже так думаю. Твоя сила пугающая и прекрасная, но это не значит, что она сильнее моей. Может, сойдемся на ничьей? Хорошо, пусть будет ничья, но в следующий раз так просто не отделаешься. Я останусь перед тобой в долгу. Ну, учитывая, что мы даже ими не пользовались, вроде как они там что-то показали, типа меч, огонь, лед. Ну, просто я ничего не видел из этого, я... Вот, блин, Деку, где ты? Негодяй. Где он? Заставил, блин, сражаться их. Ладно, давайте Ренджи поможем. Господи. Я его насквозь пробил своей лягушкой. Значит, есть этот мир, а есть наш. Говоришь, сюда вторглись? А теперь ты еще и герой? С ума сойти. Я не то, что герой. Но голова у меня, конечно, огромная. Пипец, страни твой. Что ж, нас с тобой отправили на разведку. Главное, не путайся под ногами, ясно? Ты мне что тут командишь-то? И тогда все будет хорошо. Скорее, ты не путайся под моими ногами. Против кого мы будем? Против пустоты? Почему меня вообще отправили на разведку? Я должен быть на передовой. А? Эй, ты это чувствуешь? Какая мощная духовная энергия. Не может то быть. Такой силой обладает только... Я? А, Айзен, да? Встань за мной и не высовывайся. Фриза? Да ладно. Вижу, у вас тут парочка насекомых. Ты совершил большую ошибку. Ты... Сёма, главное, не мешай. Какой выпендрёжник, а. Хотя, кто тут, кто бы говорил, да? Ну, сейчас я этому Фризе наваляю. А он один? А чё ты тут забыл, собственно? Ты свой луч все в задницу засунь. Тебя ща... Твои диски ничего не сделают. Эй, я же в блоке стою, в смысле? Ты, они его ранили. Бабуин. Ну давай. Сейчас он без хвоста, кстати, останется вроде как. Задолбал. Теперь я тебя.
Лучшая тварюга. Вот это он орёт и кряхтит. А зацени-ка вот это, где тебя разрешил. Да твои эти диски вообще ни о чем. Ну давай. Гетсугуджишоу этот топчик. Насквозь прошло. Ну все, мы с Рэнджи постарались, отлично. Блин, жалко, меч не используется. Было бы круто себя мечом. Всех рубил. Так. Да что с ним не так? Как он еще держится? Чувак, знал бы ты, кто такой Фриза? Я думал, мы неплохо позабавимся, но кажется, я вас переоценил. Это самый сильный враг, с которым я сражался. Разве вы не можете меня развлечь, придется вас убить. Эй, падла. Я тебе это... О, а ты все не сдаешь. Я даже улыбаюсь, смотри. Сёмый, ты... А, они тоже говорить не умеют. Что? В смысле? Подожди. На превьюшку пойдет, я отвечаю от этой рожи. Хорошо, скоро буду. Считайте, вам повезло. Ну, эта рожа обязана пойти на превьюшку. Ну все, ну, проклятие. Зачем бы меня защищать? Да потому что ты ничего здесь. Тебе тупица, тебе стоит беспокоиться о себе. И все же, я твой должник, я всегда плачу по счетам. Да? Хорошо. Чувак, ты бы не справился против него, ты шо? Ты сравнил... Ты не знаешь просто, кто такой Фриза, вот и все. Да тут все какие-то чесовые ребята. Ну, я, возможно, один из них, но я так не думаю. Так, кто у нас тут хочет со мной связаться? Давай-ка сюда залетим. Почему сюда нельзя, я не понимаю. Наруто. Это где находится стенд с заданиями, которые мне нужно выполнить? Здесь нет. У нас тоже нет. Давайте в бету. Мы единственный еще два варианта осталось. Это бетти кто-то и... А, Деку здесь, точно, я вспомнил. Вот он. Ты чё? Ух ты, отряд GeForce, какие вы все классные. Я научился у тебя, как должен думать и вести себя герой. Красава, чё? Чё? Николас под землей? А, он утонул. В воде. Что там, корабль-то есть какой-нибудь? О, в натуре. Два корабля, нихрена. Марина. Корабль Марина. Класс. Так, значит, директором больше ничего не осталось. Ну, конечно. Красненькое. Все, с моим участием, наконец. Ну, давай, директор. Директор Гловер. Что ты не можешь? Телепортация завершена. Зору один. Вот они. Все закончится в два счета. Зоро, блин, вообще. В одиночку пошел. Я тоже так могу. Масочка, у него голос. У этого аж глаза, из глаза сопли потекли, он смотри. Эй, травяная голова, тебе все не везет, мы пришли помочь. Ё-моё, вот от меня глазищ, смотри, какие стали огромные. Я в шоке. О, нет! Да ладно, ну этот план. Эй, в чем дело? Их, короче, темные кубы поглотили. Кривая бровь. Ой, нет, только не ты. Эй, полегче, ты что себе позволяешь? Похоже, ты настроен серьезно, черт возьми. Видимо, выбора у нас нет. Придется драться. Вперед, Сёмой. В этой игре постоянно... Какая прелесть. Никогда не устанавливай, как славный герой калашматит друг друга.
Может, ее заколошматим, а? Всеми возможными способами. Вообще охренело. Я уверен, тут будет бой, где мы и наваляем. И она проиграет. Мне нельзя выиграть. Любишь в блоке постоять, люби полетать. Хватит там свои. Вот этот Астрон крутой, у него голос клевый. И атаки тоже. Во. Ты чё, моими атаками пользуешься? Давай вот этим вот попробуем. На тебе, дьявольская нога, баранья отбивная! Сковородка спектр. Я тебя прикончу. Дьявольская нога, вращение с дроблением. Класс, сейчас опять ее занес. Бум! Просто отпинали его, как детенок какого-то. Ой, чё капнул-то? Слушай, у нас денег так много уже. Прям даже... А я даже не знаю, куда их тратить. У меня все атаки клевые. Улучшения не могу купить пока. Не знаю, почему. Не знаю. О, толково. Ну что за тоска? Ты жив, кривая бровь. Да, все в порядке. Вижу, ты пришел в себя, травяная голова. Ты, блин, любит друг друга, но погонялся. Что я делал? Так же вы все. Так это же вы все затеяли, разве не помнишь? Совершенно ничего. Сука. Вот значит как. Сука! Кажется, мне пора. Эй, ты, сволочь. Ой-ой, кажется, меня обнаружили. Простите, я с удовольствием остался бы поиграл с вами, но у меня полно дел. Ой, да ты кому ты... Дайте какой-нибудь другой раз. Ну да, и в другой раз тебя я... прихлопну. Ха, комар. Что у нас дальше? О, Лайт. Вы полагаете, что это та самая женщина, которую Пикколо видел на планете Дабёк? Сомнений нет, последнее пришествие ее рук дело. Ну я же говорил, что Санджи ни в чем не виноват. Все мы сообщать, что у этой женщины не было черной книги. Тем не менее, могу заверить вас, что она очень опасна, так что будьте начеку. Почему я смотрю на него таким взглядом? Без комментариев. Все свободны. Ну, раз все свободны, то... Погнали. Выполнять следующее задание. Опять этот урод. Жук. А. Кейн. Галена. Что случилось? Все в порядке. Ты все еще сомневаешься? Сомневаюсь? Насчет чего? Насчет того, чтобы переделать этот мир. Не говори глупости, я ни в чем не сомневаюсь. Неужели? А мне кажется, сомневаешься, не уверен, правильно ли ты поступаешь. Но так думать неверно. Мне нужно пытаться поступить правильно. Что бы ты ни сделал, оно уже правильно. Отдайся тьме в своем сердце, дай ей волю, выпусти накопившийся гнев. Эта сила поможет тебе воплотить мечты, достичь всех целей. Уничтожить мир. Да, все верно, но не уничтожать, а переделать. Уничтожить ты его не сможешь. Мир! В чем подозревать? Вселенную, что ли? Нет, у тебя не прокатит этот чувак. Ты не настолько крут. Ты можешь максимум планеты уничтожить, и все. Да и то я сомневаюсь, что ты даже это можешь. Ты жук обычный. Так, ну что, в отряд.
Альфа, у нас тут есть задание. Я хотел так думать. Видимо, нам надо в бету возвращаться. Что-то в Альфе вообще заданий нет. Как так? Это мой отряд, а заданий никаких нет. И должен быть больше всех здесь. А больше всего у меня, по-моему, в бета как раз-таки. Опа, Анжела. О, послушай. Слушай. Привет, Сёмой. Тебе случайно Санджи не попадался? Да нет. У меня руки огромные. Ясно, убери в голову. Несколько бедовов пробрались внутрь. Многие герои атакованы. В смысле? Всем оставаться в полной боевой готовности. Со мной все в порядке, Сёма. Тебе надо идти. Да. Не успели мы начать, а уже... Сёма, здесь все в порядке. Дай до победы сообщения об ущербе почти нет. И все же странно. Что и беда, Лайт? Этот лагерь расположен в центре Умбры. Обнаружить его извне невозможно. Да? Неприятно это признавать, но вывод выпрашивается сам. Кто-то из нас сообщил координаты лагеря врагу. Хочешь сказать, нас предатель, Лайт? Какой кошмар. Директор, если один из нас передал наш координат другой, это значит... Директор, мы позаботились о Веномах. Ясно. Блестящая работа. Хотя здесь что-то не так. Не знаю, может быть это какой-то хитрый обманный ход, но они все просто пытаются убежать. Убежать? А что если... Директор, я могу посмотреть записи с камер наблюдения? Конечно. Покажите что-нибудь. Что это за комната? Мы используем ее для временного хранения кубов ума. О, нет. Не может быть. Дурные предчувствия имеют свойство подтверждаться, и потом только друг может всадить тебе в спину нож. Так в итоге Санджи во все виноват. Глава пятая. Копии! Чё? Я рад, что вы все целы и невредимы. К счастью, нам удалось прогнать Веномов. К сожалению, все кубы Умбры, что нам удалось собрать, теперь у них. Все! Мать их там был... Санджи! Санджи? Мы полагаем, что в лагерь их привел Санджи. Этого не может быть! Это неправда, ты лжешь! Успокойся, Луфи. Доказательств того, что эта запись поддельная, нет. Перед нами факты. Ты этого не знаешь. Сначала решил, что мы пришли за черной книгой Ангелы. Но на самом деле их заинтересовали только кубы Умбры. Анжелы. Как бы то ни было, я прошу вас всех отправиться на поиски Санджи, заодно внутрь похищенные, вернуть похищенные кубы. Мудрое решение. Я найду Санджи и докопаюсь до истины. Да уж, пожалуйста. А то что-то как-то... Чё, не может быть такого. Я сам в это не верю. Ну, мы с вами уже все видим. Поскольку глава называется копией, значит, это не настоящий Санджи. Хотя очень даже странно, что это не настоящий Санджи. Ну, типа, чего? Почему нет заданий ни от кого? Гоку, етить, колотить. Где от тебя-то задание? Дай угадаю. Опять в бету лететь? Ты затрахал меня, почему? Надо было в бету вступать, тут всегда задание есть. А в Альфе ничего нет. Ну, конечно. Сейчас Луфи помогать будем. Да только с радостью, он классный. Я отказываюсь в это верить, Санджи не мог нас предать. Я знаю, успокойся. Луфи, говорят, Санджи нас сдал. Замолчи, это все вранье. Уверен? Ах ты! Прекрати, Виджита! Луфи, ты тоже успокойся. Я прекрасно понимаю, как сильно доверишь своего друга. Луфи, же этот тупица не мог попасть под действие куба?
Но если это так, как ты поступишь? Будешь сидеть без дела тратить силы впустую? Сомневаюсь. Да, я найду Санджи и выбью из него всю дурь, если потребуется. Я помогу. Другое дело, одним беспокойством ты ничего не добьешься. Да. Держись, Санджи, я иду за тобой. Синее задание, дайте мне за Луфи поиграть. Луфи, постой! Если ты отправляешься на поиск Санджи, возьми меня с собой. Думаю, я смогу тебе помочь. Хорошо. Сёма, и ты с нами? Конечно, мужики. Я только рад подраться. Испытать свои способности. Ну, значит, к Лайту и Лити. Эй, пускай ты герой... А, тётка вон так. Да и ты-то мне не интересен. Не, он. Вот этот молодой человек. Бою важно так... Да ты затрахала. Вот. Я. Привет. Чем я занимаюсь? Доктор просил меня найти Анджелу, она исчезла вместе с Санджи. Понятно, он ее еще и спер. А может, Анджела нас спалила? Виджита решил, что во всем виноват именно Санджи, раз каждый, кто попал под контроль злодеев, перед зданием общался с ним. Но мой главный подозреваемый — это Анджела. Нифига, мы с ним сошлись! Ведь это та суматоха началась после ее появления. Я расскажу об этом остальным, а ты продолжай искать Санджи. Может, он мне об этом хотел сказать? Нет. Она не меня искала, да, Санджи искала. Черт, ну ладно, я, блин, случайно осознал то, что я, чего я не хотел сказать. Кому я должен-то? А. Вот. Ключевые задания. О! Новый вызов. А... Это получается тот пацанчик против Дзян Кэн. Давай вот это. Сегодня мы с вами играем в синие задания по большей части. Сегодня у нас серия для выполнитки. Я не буду это читать, это слишком. Тренируешься, Гон? Ого, все вокруг такие сильные. Я решил не отставать. Камень, бумага. Гон, ты конечно встречал моего деда? А почему спрашиваешь? В детстве научил меня такому же приему. Он на тебе его показывал? Нет, я сам его придумал. Понятно, но они так похожи, видимо, это просто совпадение. А может и нет. Боевые техники рождаются в сражениях. Логично, что в разных мирах есть похожие приемы. Сколько существует боевых стилей, и все они чем-то да схожи. Думаю, я тебя понимаю. Эй, Гон, можешь... Ты Супер Саяном станешь? А, было бы неплохо. Гоку, раз уж ты здесь, как насчет подраться? Конечно, без проблем. Я, конечно, понимаю, что тут не всегда решает, типа, тело, но здесь. Очевидно. Ну ты посмотри. Ну давай, покажи все, на что способен. Хорошо, готовь к поражению. А за кого играли? Мне, пожалуйста, за Гоку, я хочу за Гоку поиграть. Ну, я знаю, что я буду играть, конечно, за этого. За камень, ножницы, бумага. Ну ладно. О, еще Транкс. А он тут что забыл? Вот так вот. Давай его. Бум. Да он меня сейчас вынесет. А вот он там не вообще сказал. А чё? Я его, кстати, не видел. Ни хрена. Ни хрена. Я его таким не видел. А? Смысл?
Че, я им играть не могу, что ли? Я им играть не могу, прикинь. Смотри, я не могу сменить персонажа. Он по сути откидывается, что ли? Класс вообще. Блин, а? Короче, тем чуваком лучше не ультовать. Короче, если он остался один, ульта бесполезно, потому что он сразу превращается в какого-то взрослую версию с огромными волосами и с длиннющими волосами, и все, и откидывается потом. Нифига себе, этого я не знал, кстати. Не потому что я мне не попадался, я им не играл. Мне так не особо интересно. Вот этим лучше поиграю. Это сын Виджита, да, я так понимаю? Я помню. Хорош блок стоит, задолбал. Да кто? Я же от... А, да. Да задолбал. Ты чё творишь, а? Бам! Класс. Последний удар. Сейчас кинет опять эту самую ульту. Бум. Не получится. У них свежика одинаковые удары. Ой, не свежика, а с этим. С... Почему? Ну это нечестно. Дерьмо собачье. Ну. Ульта сбилась, почему? Это нечестно, блин. Да задолбал уже. Почему он когда кидает, он пол хп не сносит сразу? Вот тебе. Ну давай, попробуй. Нет, сука, задолбал уже. Задолбал в блоке стоять, ты слабак. Еще называется лидером, постоянно в блоке стоит. Да все они в слабаке, они все в блоке стоят постоянно. Пипец, что за люди такие? Боятся из блока выходить. Так, ладно, давай еще раз. В этот раз я победю тебя. Ну? Да не этим чувачком. А вот этим. Давай-ка. Чё так медленно, Да почему он-то меня? Да
Я же такую же атаку использую совершенно. Блинский черт, а. Ну-ка, ульта новенькая, будет че? Смотри, он такой, я, кстати, не знал о том, что он таким может быть. Вот это я понимаю мощь. Давай, ультуй. Ой, блинский. Да, огонь. Он специально до красный ждет, что ли? Бо. Хватит свой хамихами, я же тебе впритык ставлю. Постоянно в блоке стоит. Так, блок. Блок. Нет. Тварь, а. Почему так лагаем? Алло, Эй, алло, ну. Чё так лагаем? Смотри, мы одинаковыми причесочками желтенькими. Нет! Мразота, просто мразь поганая. Давай быстрее, ну чё так лагаешь, эй, дерьмо. Давай. Ещё раз. Вот тварюга. Да он нечестно, он постоянно в блоке стоит, но это неинтересно вообще никак. Постоянно они из него не выходят. И ты их схватить тоже не можешь. Этим я не хочу играть, он мне интересен. Ну и что такое-то происходит? Тварина поганая, а? Пошел в жопу отсюда. Надо вот эти удары использовать. Второй и третий. Вот третий надо бы ему жахнуть. Побольше сейчас наберем. Ну какого ж хрена-то? Ну, тварюга. Все, получай. Смотри, тебя с лица земли. Ну давай, набирай все, хамихами. Убираем на последнюю эту самую атаку. Тихо, тихо, тихо. Блок.
Прозглась моих. Чем закарать? Я из первого раза понял. Вот гад, а. Да как он сразу в блок-то встает? Ну что это за бред? Давай ему последний удар, ну. Ну что так долго-то, ну? Дурень, блин. Ну это не интерес так вообще. Что за говно-то? Сдохни, га. Ну. Стоянцы камехами езжать, блин, долбал уже. Ну теперь я тебя точно завалю. А может и нет. Может она опять меня убьет. Ну конечно. Осталось почти что равное количество хп. Он опять все камехами. Без зарядки, причем смотри-ка. Ну что ж так долго-то заряжаем, ну? О, наконец-то, господи, не вибрируй так. Фу, вот это было сложно в натуре, фу. Сказал, здесь пацан вообще для всех членов команды. Все, пора заканчивать. Фу, вот это я устал. Ну что там? Фух, а ты хорош. Ты тоже Гоку, как я и думал, ты очень силен. Ты, блин, безумно силен. Одно дело, похожий прием из разных миров. И совсем другое, двое людей из разных миров, которые, если бы ничего не случилось, никогда бы не должны были встретиться. Когда вокруг так говорится такое, интересно, что же будет с нашими мирами? Нет, так мыслить нельзя. Ведь я здесь для того, чтобы всех спасти. Эй, Транкс, давай к нам. Иду. Типа, иди к нам сюда, постой с нами. Потому что так... Ой, слушай, я мог перед собой стоял, у меня же клавиатура, ты не пользуюсь. Все, пока. На этом все, давайте на фоне кораблика какой-то этого вот закончим. На жабе. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно влепите лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Вступайте в игру ВКонтакте. Не забывайте по всем ссылкам, которые есть в описании. Обязательно смотрите видео, которое будет показано на ваших экранах. Жмите на колокольчик. И не забывайте сохранить себе плейлист с игрой. Он будет обновляться, когда будут выходить новые видосики по этой игре. Ссылка на него есть в описании и в... Я туда смотрю. Короче, в подсказках. Всем удачи, всем пока.